У Международного цирка братьев Гертнер многолетняя богатая история, насчитывающая уже 5 поколений династии цирковых артистов. 5 поколений назад мы пришли из Индии. Это был знаменитый акробат, который ездил гастролировать в Индию. Женился в Индию и привез слоны в Европу. Все артисты – это большая дружная семья в прямом смысле слова. На сцене можно увидеть и 6-е поколение артистической династии. Они также виртуозно исполняют акробатические номера и лихо управляются с животными. Во время представления зрители могут испытать всю палитру эмоций. От номера с тиграми сердце уходит в пятки. Замирает душа от волнения во время сложнейшего эквилибра от братьев Гертнер и переполняется восхищением во время номеров воздушной гимнастики. Ну и, конечно же, восторг от выступления четвероногих артистов. Верблюды, пони, красивейший грациозный арабский скакун, фризы. Дрессировщикам удалось приручить даже гусей. А с таким количеством слонов в России гастролирует только эта группа. Во время представления заряжает смехом и весельем прославленный клоун Армен Асирянц, работавший еще в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве. Что называется, и старый мал остаются в восторге от представления, ведь такую гамму чувств за 2 часа может подарить только настоящий цирк. А такой, как цирк братьев Гертнер, это восхищение и незабываемое впечатление для всей семьи, пожалуй, на всю жизнь. Очень весело и очень трогательно, мне очень понравилось. Мне очень понравилось представление, я почувствовала себя ребенком. Представление Международного цирка братьев Гертнер проходит ежедневно, кроме понедельника и вторника, в 18:30 по адресу село Витязево, Южный проспект 3, парк развлечений «Сказка». В планах у братьев Гертнер гастроли в Анапе до конца лета. Телефон для справок 8 800 222 74 72.